ARK Survival Wolf. Компания Wildcard открыто заявила в сегодняшних новостей о том, что они переносят дату релиза ARK Genesis на 25 февраля 2020 года. Они дико извиняются, вот решили нам послать данные фотографии. Вот это вот у нас босс подводный будет, сверху у нас Lunar Biome этот космический. Ну и, короче, делятся фотографиями, дико извиняются, говорят то, что мы будем тестить, тыр-пыр, тролль-валь. Ну, в принципе, как всегда, они переносят дату релиза. Ну и вот такие вот у нас фотографии, мы вот видим то, что тут есть вот тиранодоны, саркозух вон плавает. Короче, судя по всему, вот эти новые биомы не останутся без животных, к которым мы привыкли. Потому что вот даже в битве боссом мы видим то, что... Есть тут вон этот мегалодон есть, потом как его, забыл как звать, короче, мозазавр, во, мозазавр есть. Ну вот и как-то так. Может быть их, кстати, переместили с другого сервера на сервер ARK Genesis, но это не точно. Короче, вот такой вот прикольчик, подводный босс у нас будет точно, ну вот и... Получается такая вот информация у нас о ARK Genesis. В данный момент я занимаюсь стройкой своей базы на карте операции на сервере ARK House, поэтому мы готовимся к месяцу с арком. Может быть, у нас это будет и сезон PvP. Ну да, я и говорил, сезон PvP. Соответственно, у нас скорее всего будет, если, конечно, найдутся противники. Ну что ж, всем до скорых встреч, друзья. Всем удачи и всем пока. Ставь лайк, если ждешь ARK Genesis.